Так. Что тут делать-то? Что, играть что ли? Ладно. Блин, я на этой карте никогда не был. Подожди, что-то тут не так. А случаем не в этом? Как его? Давай маринеров что ли возьмем? Мне такое чувство, что я в Валоре. А где войска? Как-то оскорбительно для Валора, но что-то пехоты мало. Не, ну и чё, что 42-й год? Что у нас? Нету рифсквада в 42-м? Банально, рифсквад где? Я точно в Робзе? Это Робз? Или не Робз? Но есть КВ-8. Но это еще ничего не решает. Вроде все как в Робзе. Что-то как-то... Ладно. Давай, пошли, пошли, пошли. Попробуем как-то вот так вот. Маринеры. Часть туда идет. Часть сюда. Ох, мама дорогая. Блин, я дебил, я не туда побежал. Враги-то в другом месте. Враги... Враги там! Я не туда побежал. Ой, мать. А вот и враг. He is coming. Кто стрелял? Кто с херни стрелял? О, ДШК. Блин, ДШК как-то затратно ставить на такую хуету. Так, давай-ка машинку поставим. Блин, я чаю попить хочу, суки! Ого! Это чё, блядь, тут произошло? Маринеры тут, блин, как космодесантники выступают. Блин, маринера забили. Маринера забили, это плохо. Блять, надо дозахватить. О, вот это хорошо. Вот это я понимаю. Так. Не зашли бы мне в тыл еще. Регуляр сквад давай сюда. Одного этого, маринера. Хочу Age of Empire 4? Прикольно. Так, тут у меня получился какой-то странный периметр, выпад. Я случайно сделал выпад вперед на противника. Ну, собственно, окей. Так, регуляр сквад. Давай, подходи, не задерживайся. О, что это было? Как они вылезли? А, вот тут подъемчик. Вот как вы это сделали. Пока мой ты там гасишь. Ну-ка давай-ка подъедем. Устроим суету, да? Что там происходит, да? Ай! Ну что, суета удается или нет? Непонятно. Так, за мостом меня никто не караулит, нет? ДШКшник без фрагов. Оу, май. А ты риф. Блин, там почти всех перебили уже. Так, давай, давай. Шахматным порядком подходим.
Подходим, заходим. Так, няш-мяш, ямка наш. Да ёбжешь твою мать, что тут происходит? Так, в тылу никого не забыли? Ну, почти. Так, где атерифы? Атериф есть? Ой, блин, у меня аж тут никого нет. Плохо. Это онлайн? Да, это онлайн, это онлайн. Сингл, да, сингл. Ой, мать. Так, атериф, ты где? Где атериф? Бля, я потерял. Вот он. Бля, я его расстреливаю, он охреневает там. Отлично, отлично. Миленько. Так, не ППШ оставим. Вы вдвоем давайте. Слушаю, командир. Да, командир. Подходим. Давай, давай, шахматным порядком. Че это, пулеметчик? Очень мило. Встань-ка ты сюда. Да же твою мать. В укрытие сядь ты. Так, а ну-ка, коктейли смогу закинуть тебе? Сосни хуйца, да. Понимаю. О, мешочки с песком могу делать. Хорошо. Что-то мне подсказывает, сюда можно будет докинуть. Гранату. Так. Давай туда Т-60 пустим в яму. Ой, мама. О! Здорово, малый. Отлично. Так. Отлично. Сели, сели, сели. В укрытие. Товарищи, в укрытие. Сколько ты настрелял уже? 10 фрагов. Я доволен. В целом я доволен результатом. Мне нравится. Не 4 макса, а 4 ДШК, ну бля. Может, сумрачный советский гений интернациональный до такого и додумался, но конструкторы сказали найн. Это еще что такое? А, ну я очень здорово тут встал. Как раз переборка мне мешает. А еще я слышу лупса. ПЦТ. А, не, подожди, это не лукс. Это лукс. Что-то у меня не выходит. И нахер. Ой-ой. Бля, ну ты конь. Мы вообще друг друга убить можем? Ну так. А он тоже, не, он не на густе. Ну здорово, чё. Два дебила такие тут. Не, ладно. Так, давай КТ-70.
и регуляр сквад. Пойдем на прорыв центра. О, подожди. А тут что, никто ничего не защищает, что ли? А ну-ка заходим. Так они что, высотку не взяли? Ну тогда это мое. Чего? Блять, пази! У меня пази нет. Сколько игра весит? Гигабайтов 4. Ну и моды еще. Блять, пушку уже ликвидировали. И чё? Чё-то пазя как-то вообще пассивный пазя. О-о-о-о-о, так тихо. И что? Чё-то как-то ничего не получается. Бля, всех перебили? Очень нахуй интересно. Как вы это сделали, а? Вот скажите мне. Ясно. Не достану. Еще и в воздухе рвануло. Блин, ну советов ведь нужно без задержки ставить. Что тут происходит? Не, ну в целом мы контролим все три центральные точки, но я хочу еще. Я хочу еще. Более вот эта точка в критической опасности. Бля. А гранату-то я уже бросил. А что делать? А я не знаю. Не, ну конечно, можно было бы тут из-за угла как-то постреливать, но. В чем разница? Ну, этот дороже, я понял. Разница в цене. Ау. Разница в цене ауфа. О, я ж могу отсюда стрелять. Круто. Чё-то это я тупанул. Блин, теперь опять их оттуда выкуривать. Обидно. Бля, они ещё туда идут на нас. А, прям на гранату, на, вот так вот. Бля, ой, ПТ-рейсер. Че это было? Он в рукопашку его захуярил. Блин, а теперь и не подъедешь нормально. Подожди, что это? Это бронебой? Да, это бронебой. И чё? Ты меня еще сейчас убей. Блять, там пазик покрупнее. Я вижу пазик покрупнее, покруче пазу вижу. Вижу вражескую вертушку. Ой, короче, стреляй сам, нету у меня времени с тобой развлекаться. Так, пацаны, вперед. Так, никто не контролирует низ, погнали.
Он сейчас до меня достанет! Ну что ж такое-то? Ну елки-палки! Как я в бортец этому сандалил, так пофигу. Ну и что мне теперь делать без денег? Капец. Помогай. А что союзники делают? Почему не заняты? Пердец, блин. Где мой ПТРС? Куда я его дел? Что центральный делает? Хотя у него тут сложное... Ё-моё, что ты что делаешь? Да, у тебя тут веселье, я понял. Оу, ясно. Мины, значит. Ладно. Блин, у меня что, Катюша доступна? Ну хотя это 48-я, она бесполезная. Блин, ну штука, конечно, ядрен батон. Даже не знаю. Блин, а почему нету спецвойск? Ёлки-палки. Может, спецвойска хочу. Ёли-пали. Пак 40, этого еще не хватало мне. Блин, у вас хороший мостик там, слушай. У меня такой есть, а у меня такой нет. Гады, сволочи. Привет. Так, 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 где мой ПТРСник? ПТРС, ПТРС. Бля, да где он? Это помощник ПТРСника, вот ПТРС. ПТСР, блин. Стой, 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 вот так и стой. Е-бой! Ваншот! ПТРС мощнее Т-70-го, понимаю. Так, ну чё, ты потратился на ПАК-40, ты потратился на эту херь. Да, какие. Возьму-ка я еще один Т-60. На базик. Ну-ка посмотрим, есть ли у тебя деньги. Тут что-то стоит у нас. Очень мило. Блин, как бодро КВшка едет. На самом деле. Тебе не помешает сдохнуть. Ну, паршутин. Ей, мой. Чего, мать твою? Ой, блядь. Да-да-да-да-да, вот так его. Ты откуда это взял? Чтоб тебя, блин, ты откуда это взял? Блин, сейчас двоих накроет взрывом, если взорвет. Оу! Рикошетом там трак дэмэдж устроила. Это же БЗТ? БЗТ. А, он пулеметный.
Ну и чё ты тут выпендриваешься, а? Господи, оно до сих пор живо. От Катюш брать. Так, моя пехота еще есть? Оу, май. Чувствую, сейчас меня прибьют здесь. Ребят, готовьтесь к наградам. Там Нивельверфель 42 развлекался. Да капец! Помри уже! Катюша. На выход. Куда достанешь? Угу, понятно. На удивление, мой огнеметник до сих пор в здравии. Постоянно рикошеты идут. Так, отступи-ка. Не, братан. Так дело не пойдет. Так, подожди, что? Меня оставили? Я вот не понял сейчас. Я хотел его разнести, а теперь я не знаю, где он. На звук не слышу. Так, ты с чем? С гранатометом? Нет, окей. Но нет и сюда нет. Раз без гранатомета, значит все хорошо. Так, идем сюда. Кто взорвался? Четвертый пазик рванули. Раз что-то не в пехоте. Да по тебе такие тут болваны сейчас всаживались. Потому что, ну не знаю. Блять. Залп. Блять, слишком большой угол. Goodbye, my love, goodbye. Но, и доедешь. Разряд успешен. Блин, это рейс. Так, подкрепление. Выкурить еще. Так, едь дальше. Там мы разберемся. Нужно ПАК-40 ликвидировать. Что это? Блять, пас четвертый. Под углом. Стоп, ничейный? Беру. Бля, да... Ты серьезно? Ты... ну ладно, хорошо. Видно? Че так мало денег-то, ёб твою мать, вы чё, поставили на какие-то убогие 4000 очков? Это же вообще неинтересно. Ну-ка, давай-ка глянь. Я не понимаю... Меня позицию аж туда... Понимаю, если бы там было хотя бы, я не знаю, ну, 6, желательно 8 тысяч. Сколько тут кусков? Ладно, 6.
Все равно как-то медленно. Где мои деньги? Хотя, наверное, это ощущение из-за того, что я не могу ничего поприкольнее купить. То есть я могу купить, ну, опять пазик. Ну, или этот. Так, там все сгорело дотла, это хорошо. Так, это мы детонируем. Пазик пробил. Да мне похуй. Пробить не должен. Нахера это КВ, если ее пробивают? Так неинтересно. Я тут бесполезен, да? Да ладно, я на втором месте. Все хотите сказать, то что я еще и очень полезен? Это как это? Ладно, хорошо. Самый бесполезный второй совет. Ты совет или британец? Это совет. А, он походу съел тут и... Бля, он противопехотные окопы эти делает. Капец, что происходит? Он противопехотные эти заграждения делает. Ну мины понятно, он тут все хуем сминировал. Блин, ну мне залп нужно дать по этой штуке. Нужно еще, чтобы она попала. Она тут так хорошо стоит, то что ну капец. Блин, причем ее уже повредило. А что ее повредило-то? Какого хера тут происходит? Ну, фаршутит. Окей, а кто фаршутит? Надо какой-то М30 брать. Ты че это мы тут? Ты еще по центру ехать решил? О, ПТРСник. Героический. Сливший пазика. Вот есть коктейль. Коктейль, коктейль, нужен коктейль, коктейль, блядь, хоть что-нибудь. Блин. Иди сюда. Что ты делаешь? А, пехтуруса убивает. Что ж, ладно. Обосрався, это хорошо. То, что он обосрався, это хорошо, это очень хорошо. Что ты там? О, перезарядился, все. Сейчас гасанем туда. Там еще и пулемет стоит, который он забыл занять. Есть! Прямой. Все. Двигаем, двигаем, двигаем. Регуляр сквад в поддержку. Огнемет работать. Сожги тут все. Есть. Стоп, что? Мортира 21? Оу, май. Это моя точка. Ой, ёлки-палки. Не-е-е, даже не думаю. У Венов хватит, братан? Такой вот вопрос к тебе. Ой. Посмотрим, хватит ли мне у Вэна. Чтоб сжечь тебя, ублюдок! Блять, не хватает.
Обидно. Взорвался! Да ты шо? А, блин. Фиат. Его Фиат убил. Ладно, хорошо. Вот он, Фиат. О, хорошо. Блин, хорошо, что пехоту не побило. Что здесь происходит? Куда, во-первых, поворачиваешь? О, да-да-да, правильно мыслишь, правильное мышление. Позитивное мышление, как бы говорится. Так, тебе тоже жить не надо. Так, кажется, по мне кто-то гранатометом стрелял. Так, ребят. Вперед, вперед. Марш, марш на фарш. Оу. Покосило. Кажется, это был Морцер. Это был Морцер. Ядрен батон, Морцер ваш. Блин, а где он? Я пропустил. Видно. Так, пехота вперед. Пехота не должна сзади быть в танка. Наоборот, впереди. Тем более, когда по тебе шмаляет артиллерия. Ну, еще меня тут гранатами могут запросто закидать. С другой стороны, я могу снизу седловины их сжигать. В целом, как-то. Главное себя не сжечь. Так, они там издалека прут. Че они делают? Это вообще что такое? Вы нахера туда поперли? Че, марш-марш на фарш? Это моя доктрина. Или это заманулся? Если бы тут сейчас сидело 4 гранатометчика, вот это был бы прикол. Они что-то пытаются, кажется, плохой против меня сделать. Так, где-то тут живой есть. Это еще что такое, мать твою? Оно живое! Охренеть. Давай попробуем захватить эту штуку. А, это они еще одну притащили! Ёльки-пальки. Ничего себе. Так, давай попробуем заглянуть наверх. Ой. Там тигр! Достанем? Хер там. Ёлки. Зеленые ели. Башню снесло. Да ладно, ты без башни справишься, чё ты? Чё ты начал? Слушай, мы, может мы эту точку захватим? Так, наводи сюда, а там видно будет. Тут что-то как-то я смотрю, никого и нету. М? Давай. О, блять, нет, там тигр. Это что такое? Вы кто такие? Ой, ладно, там кто-то есть. Ё-моё, пулеметы. Пулеметы! Давай сюда, помогай. Что там? Ну-ка, давай-ка попробуем. А вдруг получится? Конечно, маловероятно, что тут... Ну давай! Эх ты! Плоховато, плоховато.
Выстрелю сбила, да и все. О, спасибо. Special for me. What is this? Давай-ка мы КВ-8 возьмем и пустим его сюда. Кстати, где Т-34 огнемет? Я не понимаю. Вот этого я вот чуть не пойму. Где огнемет Т-34? Кстати, нас же там вроде никто не останавливает. Поехали. Так, будет тут ляжьте. Кто С? Кто С стреляет? Так, блин, ладно. Heavy ammunition. Забери, не работает. Так. Вполне логично. Ну ладно. Гранаты есть? Надо. Надо кинуть. Там какие-то ядреные мужики сидят. Ели мясо, мужики. Ой, говно. Тут же задержка такая, что ровно под падение. Не нужно задержку добавлять. Ну, хер поймет, что-то мы там сделали или оно само. Так, ты, товарищ, уезжай вниз. Твоя нужда снизу будет. Так, ну чё, как? Ракет пошли. Ба, он уже починился? Ё-моё. Он еще и поставил себе на борта этих пехтурусов. Прикольно. Ты меня не видишь. На, он просто так, ладно, хорошо. Надеюсь, что это правда, и он просто так. Ты не видишь меня, ты просто так смотришь. У тебя тут уже дистанция. Так. Что там? Понятно. Опа, опа, опа. А это что, это фраг кошачий? Всех своих этих дебилов поубивал. Давай. Жги, Митяй! Че такое? Есть No Artillery Mortal, но нету No Огнемет? Бывает. Далеко убежал. Обосрався? Блин, сука. Артиллерия только-только там. Ой, ты, кажется, не знаешь то, что в этом стоять нельзя, сгоришь. И сгоришь. Не знал? Ты знал, что ты сгоришь? Бывает. Щит ему сказать. Ну, теперь будешь знать. Опа! Цель номер один на горизонте. Так, регуляр сквад сюда. Что там происходит? Ага. Ну-ка, струя судьбы сквозь эту хрень. Вот так вот, да, сквозь стены это мы можем.
Так, пехота в прикрытии. Как там? Все еще не достаю, да? Сколько можно? О, уже скоро. Invisible, блядь. Кто это? Оу. Оу. Какая прелесть. Подожди, Invisible или... Что значит Invisible? Типа скрытный, так ведь? Давай, устрой мне джекпот. Эх, промахнулся, обидно. Итого, я на первом месте. Отсосай. Невидимый БТ? А-а-а.